Посмотреть, кто к нам присоединился сегодня. У меня передо мной есть экран еще, который идет. И я хочу назвать города, которые у нас есть. Вот, Барнаул, Челябинск, пишите, пожалуйста, Альметьевск, Курган. Вот, Барнаул, Староконстантинов, Ростовская область, Санкт-Петербург, Львов. Еще Сахалин писал еще немножко раньше, я уже с ними поздоровалась была. Очень рада всех видеть. Львов, здоровенький был, да. Вот. Очень, говорю, рада всех видеть. Челябинск, Хабаровск, ребята, Хабаровск, Киев, Шарья, Киев, Томск, Питер, Тольятти, Москва, Одинцово, Задовоуковск, Элиста, Магнитогорск, Бердск, Йошкар-Ола, Львов, Вера, мы с вами, и я с вами, ребята, Чебоксары, Домодедово, Красноярск, Кострома, Брянск, Санкт-Петербург, Акерман, Одесская область, Одинцово, всем привет, Томск, Пермь, Иркутск, Химки, Новосибирск, Свободная Амурская область. Как вам хочется, чтобы я всех назвала, всех перечислила, но не смогу, ребята, честное слово, вот всех бы назвала, всех бы обняла, вот так, если бы мы встретились вместе. Долгопрудный, Альметьевск, Барнаул, Караганда, я знаю, Испания смотрит нас, Великобритания смотрит, нас смотрит Соединенные Штаты Америки. Практически весь мир сегодня собрался у экрана. Да, и нас уже больше 200 человек, и я рада вас всех приветствовать, потому что мы сегодня поговорим о той бизнес-возможности, которой мы занимаемся уже 24 года. 24 года, как 24 дня, поверьте. Дети выросли, новое поколение пришло, новые технологии пришли в наши страны. Да? Вот. Но мы, наоборот, не взрослеем, мы молодеем с этой бизнес-возможностью. И вы знаете, я была воспитателем в детском саду, много лет проработала, занималась обучением деток, теперь занимаемся обучением взрослых, занимаемся своим здоровьем, занимаемся красотой, занимаемся своим домом, много путешествуем, много по всему миру ездим. И, конечно, это благодаря только этой компании, в которой мы находимся. Да? Мы привержены, мы любим то, что мы делаем, да? И мы ведем за собой очень многие команды. И вас приглашаем в наши команды, к вашим спонсорским линиям. И я думаю, что мы сейчас приступим к презентации именно на той бизнес-возможности, которой я когда-то подключилась, которую я когда-то услышала 24 года назад первый раз. Я бы попросила включить мне презентацию. Вот, и мы поговорим именно о стратегии достижения нашего с вами успеха или вашего успеха. Как может поменяться ваша жизнь за несколько, я думаю, за лет или за несколько... Сейчас я посмотрю, как у меня этот слайды работают. Вот. Да? Что я когда-то ожидала от жизни, как воспитатель детского сада? Ну, не было такой глобальной какой-то мечты. Да? Не было о том, что я хочу стать каким-то предпринимателем. Конечно, мечты были. Но была ли реально возможность осуществить мои цели и мечты? Ну, я скажу вам, что точно не было. Потому что с той жизненной ситуацией, с которой я столкнулась в жизни, это для меня было очень сложно. Потому что жизнь меня поставила в такие условия, что родился второй ребенок, да, с очень тяжелым заболеванием, и нужно было, конечно, всю свою жизнь посвятить этой девочке. И, конечно, вот эти годы, тогда, когда Наташа росла, это была борьба за ее жизнь, и, конечно, не было возможности думать о каком-то дополнительном доходе, не было возможности думать, что у тебя в жизни будет что-то стабильно, да? Не было возможности, что я могла просто распоряжаться своим временем, этого не было, но... Именно тогда, когда меня пригласили познакомиться вот с той возможностью и сказали: «Вера, ты знаешь, твоя жизнь может измениться, у тебя может все получиться, потому что ты по жизни лидер», да? Но я поняла потом, что это не только для лидеров,
Это для всех людей, да? Это для всех людей, которые хотят именно иметь дополнительный доход, именно хотят иметь стабильность жизни, именно хотят, когда выйдя на пенсию, тоже распоряжаться своим временем и деньги, да? Именно тем людям, которые хотят помогать другим людям, потому что мне в то время нужно было, хотя бы мне кто-то помог, да, чтобы я могла помочь своей семье. Именно, знаете, уже в этом бизнесе это новые знакомства, да, это новые какие-то ориентиры, которые мы видим именно в нашей жизни. Это кто думал тогда, вот 24 года назад, что есть возможность там оставить наследство что-то, да, вот, никогда не думаешь. Тут бы, знаете, я уже нахожусь в том возрасте, когда мне наше государство назначило пенсию. И моя пенсия составляет, я, боже, даже трудно перевести, сколько она составляет, да, но это 1500 гривен, это буквально 50 евро моя пенсия. Могла ли я, да, вообще существовать за такие деньги, если бы не эта бизнес-возможность? Так все-таки о чем мы с вами поговорим и что будет двигать нами, да? Потому что как может меняться наша жизнь благодаря тому, что мы делаем. Вот. И давайте подумаем, да, вот то, о чем я уже сейчас говорила. Как вы думаете, как бы вы хотели, чтобы выглядела ваша жизнь через несколько лет, через 5, через 10 лет? Все-таки 10 лет и так пройду. Если мы в бизнесе 24 года, значит, 24 года они для нас и так бы прошли. Что мы имели тогда? Мы не имели автомобиля, мы имели простую какую-то квартиру, в которой жили, да, мы не имели никаких доходов, да, мы не могли и не думали о том, что это будет какая-то свобода, что это будет там недвижимость, что мы сможем деньги инвестировать, да, вот, что мы можем иметь собственный бизнес традиционный, да, когда бы я думала, ага, Вера, займись традиционным бизнесом. Нет, я даже в мыслях себе такого не могла позволить, потому что я знала, что это нужны большие деньги, да, которые нужны тебе для вложения именно в бизнесе. Видите, я говорила уже о пенсии, да, как будет моя выглядеть пенсия. А так как я вам сказала, это 50 евро. А подумайте, вот молодежь, которая сейчас приходит и думает, ага, я поработаю, имея работу, и буду зарабатывать хорошую пенсию. Ребятки, такого не будет, потому что, чтобы зарабатывать и пенсию, когда вы уже вырастете, я думаю, что пенсии как таковой не будет. Это будут те отложенные деньги, которые вы начнете откладывать себя уже для той жизни, в которой вы будете жить уже в зрелом возрасте. Да? Ну, хотела бы я заниматься традиционным бизнесом, я думаю, что, наверное, я всегда думала, а где взять деньги на традиционный бизнес? Нужны какие-то, вы понимаете, занятые деньги, нужны кредиты, нужны рассрочки. Ну, нужно как-то искать дополнительные вложения, которые... И мы этим занимались, поверьте, что мы, имея уже большой бизнес, мы попробовали, ага, а как же круто иметь традиционный бизнес? Я вам скажу, что это не совсем круто, потому что, зарабатывая хорошие деньги в этом бизнесе, мы начали вкладывать в другие какие-то вещи, в традиционные, да, и мы поняли, что какие огромные инвестиции должны быть в тот бизнес, если ты его хочешь сделать прибыльным, большим и красивым. Вы думаете, не хотели мы с Алексеем там открыть, например, построить отель где-то на хороших землях, на каких-то озерах, да, чтобы там были люди? Но мы понимаем, что это все человеческий фактор. Это такие деньги, да, а потом начинаем считать и думаем, а когда это все нам вернется вообще? Когда будет прибыль с этого? Давайте посмотрим, сколько нам нужно будет вложить, да, чтобы через 5, через 10 лет, вот, и чего мы достигнем. Поэтому, естественно, мы от этих идей, конечно, мы отказались это сразу. Но новые тренды в бизнесе, естественно, да, что мы пользуемся, потому что, естественно, те люди, которые сейчас, новые технологии, да, вот, все работает через интернет. Вот это время сейчас такое у нас наступило полгода, когда мы находимся практически в период карантина, вот эта пандемия.
России, да, и, но те бренды, которые начали развиваться через интернет, те большие компании, которые начали предлагать свои услуги через интернет, они начали расширяться. Вы понимаете, мы начали больше заботиться о своем здоровье, да, но а как же это все получить, как повысить свой иммунитет, да, как пользоваться вот этими всеми продуктами, да, которые принесут тебе именно здоровье. Поэтому, естественно, мы тоже, как обычные нормальные люди, мы пользуемся услугами разных компаний, да, вот, и к этому мы идем, мы пользуемся этими продуктами, мы начинаем рекомендовать вот эти услуги, да, мы же делимся со всеми, ага, если это тебе нравится, давай мы тебе вот это покажем, а ты знаешь, а я вот это приобрел через эту систему, а я через интернет все это могу купить, вы понимаете, и мы независимо от того, мы всегда не только пользуясь, мы рекомендуем это другим людям, да, но зарабатываем ли мы на этом дополнительные деньги, вот в чем вопрос. Вопрос в том, дает ли тебе возможность то, что ты делаешь, еще на этом и зарабатывать. Да? Кто-то это сделал, разные компании, они на этом зарабатывают деньги. Да? Мы только потребители, мы клиенты в разных компаниях. Но как же сделать так, да? Вот, новые тренды в бизнесе, вот, давайте посмотрим. Да? Вот. Это смена модели покупок. Вот к чему мы пришли. Смена модели покупок. Мы теперь, знаете, имея один гаджет, мы можем рассчитываться везде. Нам не нужно носить наличные деньги, да? Вот. Можно построить бизнес без начального капитала. Вот. Если я пришла в эту бизнес-возможность, о которой я расскажу об этой компании чуть позже, да? Вот. Мне тогда сказали: Вера, ты можешь подключиться в эту систему, если у тебя даже нету начального капитала. Да, нужны какие-то деньги. Не отрицаю, потому что нужно обучение, нужна покупка продукции, да, вот. Но тебе не нужно открывать офис, тебе не нужно открывать магазин, тебе не нужно открывать склад какой-то. Вы понимаете, тебе в это не нужно вкладывать деньги, у тебя нету рисков. Вот. И поэтому арендовать какое-то помещение тоже тебе не нужно. Ты со своей комнаты, своей квартиры, со своего дома можешь начать этот бизнес. Вы понимаете, тебе не нужны складские запасы, которые там на полгода или на год или на больше. Вы понимаете, и поэтому ты ничем не рискуешь. Как это возможно? Естественно, почему мы тогда приходили 24 года назад? Потому что я как воспитатель детского сада, да, я как тот прилежный ученик, я поняла, когда мне сказали: ты просто поверь и делай, ты посмотри на примеры других людей, которые этот бизнес построили, которые это взяли для себя. И вы знаете, я тогда что нужно было? Нужно просто было разобраться, да? А что нужно было разобраться? Как вообще работает? Мы же не понимали тогда, зачем мне думать о том, как платить налоги? Я в этом вообще, я не бухгалтер, да? Я никогда такого образования не имела. Я педагог. Вот. С меня, когда снимали при зарплате подоходный налог, да, снимали его. Когда были у меня долги, когда я 3 или 5 рублей у кого-то до зарплаты занимали, я их отдавала, я платила коммунальные услуги. А все, что оставалось мое. Это так в жизни работаем. И вот посмотрите на этот слайд, как работает вообще традиционный бизнес. Потому что мы находимся в этой жизни, мы как с вами, как 100% клиенты. Да? Мы ходим в магазины, нам предлагают какие-то дисконты, 3-5%, какие-то накопительные и так далее. Да? Но именно фабрика или завод-изготовитель, который изготавливает продукцию, да, они доставляют до нас, до клиента, это проходя вот эти вот этапы. Это доставка, это реклама, это оптовые склады, это розница и так далее. И вот эти все промежуточные деньги, да, вот, мы кому-то платим. Мы как клиенты оплачиваем вот все услуги, всю эту дорогу, которая идет к нам. Что же случилось именно, когда нам предложили и прочитали вот этот бизнес-план и убрали вот эти посреднические услуги и сказали: ребята,
мы также находимся как бы клиентами в партнерских отношениях с компанией, да? Но компания нам, изготавливая продукт, нам, минуя вот эти все посреднические услуги, нам доставляет продукцию до клиента, к нам домой. Вы представляете? И вот за эти посреднические услуги, за опт, за розницу, за рекламу и так далее, мы никому не отдаем деньги. Вот эти деньги, как раз приблизительно 60%, компания отдает нам. Мы в партнерстве, мы заключили договор, и мы подписали договор, что компания, вот эти деньги, которые мы оплачиваем за продукцию, она отдает нам, выплачиваем, да? Как мы это делаем? Вот. Мы это делаем, потому что, заключая договор с компанией, мы делаем покупки для себя. Потому что очень большое количество товаров, я покажу, расскажу, вот, которые компания предлагает нам для личного использования. Мы в этой компании, как имеем дисконтную карту, приблизительно 23-25-30% в разных странах по-разному, да, мы покупаем товар как в супермаркете. Заказывая через интернет, если есть в какой-то стране торговый центр, мы идем торговый центр со своей дисконтной карточкой, которую мы получили здесь в компании, и покупаем для себя. Но покупая высококачественный, экологически чистый товар, естественно, у нас есть друзья, знакомые, родственники, знакомые знакомых, которым мы показываем, чем мы пользуемся, как это классно для нас, как это нам помогает в нашей жизни, в нашем здоровье. И те люди, они хотят тоже приобрести эту продукцию для себя. Мы рекомендуем, мы показываем, да, и таким образом у нас появляются те друзья, знакомые, которые говорят: да, я хочу это купить, пожалуйста, ты можешь купить. Ты можешь купить у меня, я тебе продам по 100% цене, как клиенту. Да, ты у меня клиент, я имею скидку. Но я предлагаю, если ты хочешь заключить договор с компанией, иметь дисконт 23-30%, ты можешь заключить договор, иметь свой номер, вот, и компания тебе напрямую, минуя меня, вот, она будет тебе домой доставлять продукцию со скидкой, если ты тогда готов. Но твой номер в компании будет подключен под моим номером. И какой-то маленький процент, маленькая разница, она будет идти мне, потому что я рекомендовала тебя этой компании. Вот так это происходит, да? И делись и зарабатывай. Видите, это то, что я вам уже сказала, что если ты будешь делиться, рассказывать другим людям, они будут иметь такой же дисконт, как у тебя, ты будешь зарабатывать уже от компании специальные выплаты и бонусы. Это приблизительно до 60% оборота. Представляете, как это классно? И тогда, когда я подключалась, я думала: может, правда, неправда, получится, не получится. Просто сказали тогда: доверься, доверься. Вот. И более 500 наименований продукции компания представляет нам, предлагает. Вот все эти продукты практически, которые мы идем и покупаем именно в супермаркете, это по уходу за домом техника, да? Это товары для красоты, товары для дома, товары для спорта, да? Товары для гигиены. Ну, все, что нужно тебе, компания отдает нам, и за это мы получаем специальные баллы, которые потом пересчитываются в деньги, о которых я сейчас скажу. И если ты в компании делаешь приблизительно 200 вот этих баллов, да, вот, потому что мы говорим сегодня для партнеров России, Украины, Испании, Америки и так далее, да, поэтому здесь что-то усредненное, о котором я говорю, но ты, покупая для себя, именно для своей семьи дома, всю бытовую химию, всю средства по уходу за телом, всю средства там по уходу за лицом, за волосами и так далее, ты делаешь вот эти 200, 300, 100 баллов личного
самопотребляешь товарооборота. Но у тебя появятся такие друзья и знакомые, о которых я уже говорила, которые тоже захотят купить. И ты делишься с ними этой информацией. И когда ты делишься, вот у тебя, например, 6 семей, которые тоже захотели приобрести эту продукцию. Мы сейчас образно только план рисуем. Да? В жизни это немножко даже по-другому бывает. Но вы сразу вот при такой ситуации уже имеете доход. Например, там 10 тысяч рублей, там сколько там гривен написано, 5 тысяч гривен, там 200 евро и так далее. Вы понимаете, это еще небольшие деньги, но это уже начало. И вот если у вас вот такие веточки, такие сети, это потребительская сеть наша, она начинает разрастаться, вы понимаете, она увеличивается, потому что люди знают людей. У всех есть дети, родные, близкие и так далее. 24 года мы это делаем, ребята. И появляются у нас новые люди, которые когда-то, может, были, потом ушли из бизнеса, потом снова возвращаются, потом всем они, знаете, перепробуя. Человек, когда нравится эта продукция, он потом говорит, я не хочу другим пользоваться, я хочу найти эту зубную пасту, я хочу именно этот стиральный порошок, я хочу именно это средство по уходу за домом. Да? И вот если вы приходите на этот уровень, который уже товарооборот в вашей группе большой доходит до уровня 21%, это 10 тысяч баллов, и при этой структуре человек уже зарабатывает где-то приблизительно 127 тысяч рублей, он зарабатывает где-то 50 тысяч гривен и 2800 евро. Представляете? А скажите мне, если бы вы каждый месяц имели бы такой доход, что бы вы позволили себе, да, на эти деньги? Вот напишите, пожалуйста, в чате, что бы вы позволили себе на эти деньги? Когда я видела такие деньги, когда мне когда-то показали и сказали, что ты можешь зарабатывать 1500-2000 долларов, да, на уровне 21%, я сразу думала, так, а что я позволю своей Наташе? Какие лекарства, какие диетические продукты? Да? А что я позволю приобрести в свою квартиру? Да? То, что я никогда не позволяла. А какой бы телевизор я хотела бы себе поменять? Понимаете, как это было? А что бы вы хотели сделать? Напишите, пожалуйста, на эти деньги. И вот так эта система будет расти. И вот выйти на уровень тогда 21%, мне нужно было 24 года назад всего 6 месяцев. Вы представляете, я в этот отдых, кто-то пишет, да, кто-то написал отдых, я понимаю, что вы пишете, и немножко я чуть позже вижу на экране то, что вы отвечаете. Ребята, это очень важные вещи, я сейчас прочитаю. Частная школа для детей и путешествия. Да, Яночка, это очень хорошо. Это тот традиционный бизнес, о котором я только что говорила. Да? Вот. И перестройки дом. Это классно. Кто-то захочет сделать, может себе новую машину поменять. Кто-то путешествовать. Это одно. Кто-то купить дом на море построить захочет. Понимаете? Вот путешествия. Это очень важно. Помогла бы сыну рассчитаться за квартиру. Вы понимаете, что Мы думаем не о себе, мы думаем сразу о детях. А я бы сразу так подумала, я бы захотела, чтобы мой сын подключился в этот бизнес и начал зарабатывать деньги. Вы понимаете, что? А что мы видели в жизни? Скажите, никогда не путешествовала, не было никогда на море вообще. У меня был ребенок больной, вы понимаете? Я думала, как эти люди вот ездят на Черное море, там в Крым каждый месяц, каждый год, да? Я никогда там не была. И вот только благодаря компании, что мы построили этот бизнес, я уже через год, когда была в этом бизнесе, поехала первый раз в Португалию. Представляете, как это классно? Ипотеку отдать, да, путешествовать с дочерью, рассчитаться с кредитами, посмотреть мир, возможность не ходить ежедневно на работу, учить детей, новый дом, обучение детей, жить и радоваться. Правильно, жить и радоваться. Жизнь настолько коротка, чтобы всю жизнь провести на работе. А это то, что мы делаем. Вы понимаете? Вот мы заслужили, вот подумайте, мы заслужили гораздо большего, вот, чем нам отдает государство.
Вот вы, как вы оцениваете себя? Вот что бы вы хотели от жизни получить? И вот на уровне платины вы будете ежемесячно иметь такие, и ваш бонус только будет расти. И если кто-то скажет, это пирамида, да, я с вами соглашусь. Это пирамида, потому что она строится на основе пирамиды, да? Но пирамиды разваливаются, я вам скажу, через 2 года, через год, ну, кто сколько там решил собрать денег и уйти. У нас тоже недавно лопнула одна большая пирамида, но люди дальше идут, и я слышу, как говорят бабушки, ой, я вложил там 10 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, кто-то говорит, я вложил 200 тысяч гривен, это 8 тысяч долларов. Вы представляете, люди, до чего бабушки, которые собирали деньги на операцию на сердце себе, или что-то там помочь куда-то, вот в конце жизни, они вкладывали вот такие, и их убеждали. Вот ты завтра получишь в 2 раза больше. Это просто нереально, ребята. Компания, о которой я говорю, мы сейчас поговорим, которая существует уже 61 год. 61 год на рынке. Это просто невероятно. Если вы стали 21% платиной, и если потом вы работаете дальше, вы представляете, мы же 24 года, и если вы помогаете троим таким линиям, троим, создать групповой оборот по 10 тысяч баллов, 3 платины, вы становитесь изумрудами. Изумрудами. Изумруд зарабатывает, посмотрите, 250 тысяч рублей, 100 тысяч гривен, там, до 5 тысяч евро. Это такой заработок, который зарабатывает изумруд. Если взять 6 линий, когда появляется у вас 6 линий 21%, у вас есть такой уровень, который называется бриллиант. Бриллиант зарабатывает уже, я вам скажу, когда я первый раз услышала на плане, я сказала, я в это не верю, такого не бывает. Да? Мы стали изумрудами через 4 года, а через 8 лет стали бриллиантами. Стали 24 года, но 8 лет мы шли к уровню бриллианта. Доход на уровне бриллианта не меньше 10 тысяч долларов. Не меньше 10 тысяч долларов. А потом это гораздо, эта сумма увеличивается. Что ты можешь позволить на таких уровнях, ребята, после 21, после платины? Это и поездки, и путешествия, и дом новый, и инвестиции, и долги отдадите, и все-все-все сделаете. Мы с Алексеем 24 года. Я вам скажу, что за эти годы мы построили больше 20 линий по фронту платиновых. Больше 20 линий платиновых. Мы через 10 лет уже стали посланниками короны. Это те, которые имеют 20 линий 21%. Мы живем уже на уровне бриллианта 16 лет. 16 лет. В 2004 году мы стали бриллиантами. И вот 2020 год, 16 лет. Вы понимаете? И мы говорим, компания устарела. Компания только молодеет. Самые новые технологии, самые новые инвестиции. Все самое новое приходит в компанию, в которой мы с вами находимся. И эта компания, компания МВ, естественно. Да? Это наша жизнь, это наша любовь, это наше все. И она только сейчас еще больше молодеет. Поэтому я вам уже сказала, что она больше 60 лет на рынке. 8,6 миллиардов долларов она выплачивает, уже больше 9 миллиардов долларов, которые она выплатила своим именно партнерам, которые в партнерстве, да, вот. На 1000% это экологически чистый товар и так далее. Давайте мы посмотрим сейчас видео о компании МВ. Небольшое видео, пожалуйста, включите, мы его посмотрим. Хотите добиться большего в жизни? Зарабатывать больше? Быть у руля и управлять своим временем? Если вы хотите достичь всего этого на своих условиях, компания Amway – это решение для вас. Ведь Amway может быть именно такой, какой ее хотите видеть вы. Amway дает вам возможность взять управление в свои руки, позволяет вам работать, когда вы хотите, где хотите и с кем хотите. Amway ведет бизнес более 50 лет. Сегодня компания представлена более чем в 100 странах и регионах. Мы предлагаем 450 высококачественных продуктов для здоровья, дома и красоты, которые люди используют каждый день. И вы можете уверенно их использовать и предлагать другим. Продукция Amway имеет 100% гарантию качества. Для ее производства используются ингредиенты растений, выращенных на собственных сертифицированных органических фермах.
Более 1000 ученых и инженеров работают над созданием продукции Amway. Свыше 75 научно-исследовательских лабораторий по всему миру контролируют процесс производства от начала и до конца. Перед нами простая задача – создавать продукцию высокого качества, безопасную для вас и членов вашей семьи. Вместе с Amway вы сами выбираете свой путь к успеху. В Amway нет требований по объему закупок. Более того, если вы решите, что вам не подходит сотрудничество с Amway, вы можете вернуть расходы за регистрацию в компании. Мы обязательно поможем вам в достижении целей. Для вас всегда доступны наши бренд-центры, бесплатные тренинги, поддержка опытных наставников, а также профессиональные консультации специалистов компании в любое удобное для вас время. Наша цель – помогать людям вести здоровый образ жизни и быть уверенными в завтрашнем дне. В Amway важен персональный подход. Вы сами выбираете свой путь, покупаете продукцию для себя, предлагаете клиентам или развиваете своих партнеров. Вы всегда найдете в Amway что-то свое, независимо от ваших стремлений. Так чего же вы ждете? Ребята, вы посмотрели вот этот ролик, это правда классно. И вы знаете, когда мы вот на 1000% поверили, что мы это делаем, мы в правильном месте, когда мы первый раз попали именно на производство, когда мы попали в офис компании МВ, а это было когда? Это было в 2006 году, когда мы стали посланниками короны. Вы представляете, что мы попали вот в царство вот этого компании МВ, где нас встречал, да, Даг Девос, да, Стивен Андел, они завели нас в кабинет Рича Девоса. Вы представляете, Рич Девоса, вот его кабинет, вот тут он сидел, да, вот он тогда еще ж был живой, все, вот вчера было 2 года, как Рича Девос, основатель компании МВ, не стало уже в возрасте 92 лет. 92 лет человека, который жил 20 лет с пересаженным сердцем. С пересаженным сердцем. Вы представьте. И вот мы были в его кабинете, мы были на производстве, мы видели вот каждый вот товарчик, продукт, который идет по ленте, который упаковывается, который потом в нашу страну едет. Это так интересно было. Вы представляете, что на производстве, где изготавливается зубная паста, за 1 минуту выходит 75 зубных паст. 75 больших зубных паст. И мы держали их тепленькие в руках. Нам подарили там продукцию, нам подарили там косметику. Нас 2 недели возили тогда по Америке. У нас есть целые фильмы с Алексеем, когда мы были в Институте здоровья Nutrilite. Мы были в Институте красоты Artistry. Мы были на производстве. Мы это все видели своими глазами. Мы были на плантациях Nutrilite, да, где выращиваются все растения на экологически чистых, сертифицированных полях, где даже компост правильный для земли, вырабатывается для земли. Там нету химических удобрений. Вы понимаете, там я сама божьи коровки рассыпала на поля, которые уничтожают вредных насекомых. Вы понимаете, что это такое? Вот эти божьи коровки. Я держала в руках этих червей, которые рыхлят землю, обогащают ее кислородом. Вот что такое эта компания. Вы понимаете? И вот там мы понимаем, вот мурашки идут по коже, когда я это все чувствую, когда я это все понимаю. И вот эти бренды, вот эти все товары, с которыми мы уже пользуемся 24 года, как люди говорят, а вы это не хотите поменять? Нет, мы это не хотите поменять. На что поменять? Вы посмотрите, вот эти стиральные порошки, да, средства по уходу за домом, это эти отбеливатели. Я смотрю в группах, как наши партнеры, как сегодня пишут, да, ой, вы не представляете, как мы выводим жвачки. Ну, спросите, вас научат, как жвачку вывести, да. Если посмотреть, какую, мы пришли в такое время, еще 24 года назад этого не было, да. Немножко воздух был чище, немножко вода была чище, немножко вообще атмосфера была другая. Теперь мы идем к тому, что не будет, ребята, чище вода, чище воздух, чище атмосфера, вот все. И поэтому самые новые разработки компании МВ, самые новые технологии именно в
внедряет для нас, чтобы мы именно в своей семье, в семье, в своем офисе, в своем доме имели все это экологически чистое. Поэтому познакомьтесь ближе с продукцией, товарами по уходу за домом, с товарами по уходу за телом и так далее. Познакомьтесь именно с косметикой, да, для мужчин, для женщин, для детей. Вот. Во многих странах есть продукты питания, да, есть разные средства там, красоты и здоровья. И я еще хочу вам показать именно самая лучшая уходовая косметика, которая входит в пятерку лучших в мире, да, представлена для нас. И самые новые технологии, которые запускает компания MVA, именно потому что она идет не только артистри, косметика по уходу, она идет вместе со здоровьем. Вот косметика вместе с Nutrilite. Вы понимаете, она называется Nutri-косметика. Поэтому это очень важно, чтобы вы именно для себя взяли все лучшее от природы и все лучшее от науки, да, и взяли это в свою жизнь. Поэтому приходите к нам на презентацию, знакомьтесь и приобретайте, подключайтесь, становитесь партнерами вместе с компанией MVA. Да, и вот эти вот здесь Nutrilite показаны, вот эти поля сертифицированные, да, вы посмотрите, написано, вот начиная от семечки, да, которую закладывают в землю, вот, выращивают растения и до самого окончательного продукта, который мы получаем. Сейчас что в мире модно и что в тренде в мире? Сейчас в тренде быть здоровым. Вы понимаете? И здоровым не только внутри. Вот мы внутри. Мы, да, мы Nutrilite, мы пользуемся. Мы пьем чистую воду. Эспринг – самая лучшая очистка воды в мире. Да? Вот. Мы пользуемся, мы пьем все пищевые добавки, нутрицептики от компании MVA, потому что мы понимаем, что в это непростое время что важно? Укреплять наш иммунитет. Иммунитет – это важно, поэтому мы целые марафоны проводим по здоровью. У нас очень много тысяч людей, которые повернулись именно во время, начиная с марта, начиная с пандемии, повернулись к своему здоровью. Они не покупают теперь лишние туфельки, лишнюю там вещь какую-то. Вот они покупают себе то, что бережет их здоровье. И разберитесь, пожалуйста, потому что мы не думаем о том, что я могу заболеть. Мы думаем об этом гораздо уже позже, вы понимаете, когда ты заболеваешь. А чтобы укреплять свой иммунитет, надо за 2 года это делать, до этого. Понимаете, давайте посмотрим именно маленький ролик об этом. 80 лет назад началась история бренда Nutrilite, когда впервые в мире в продажу поступила первая биологически активная добавка к пище. И сегодня мы с гордостью празднуем 80 лет развития, 80 лет инноваций и успеха. А все началось с революционной идеи одного человека, основателя бренда Nutrilite Карла Ренберга. Все растения, помимо витаминов и минеральных веществ, содержат особые соединения, которые также могут быть полезны для человеческого здоровья. Идея фитонутриентов намного опередила свое время и легла в основу бренда Nutrilite, стала его философией – гармония науки и природы. Фитонутриенты обеспечивают естественную защиту организма, помогая витаминам и минералам раскрыть их потенциал и дополняя их эффективность. Добавки к пище, состоящие из одних лишь синтезированных витаминов и минеральных веществ, не содержат фитонутриентов. Уникальная технология производства Nutrilite позволяет сохранить питательную ценность растений. Nutrilite остается лидером в производстве биологически активных добавок к пище на базе научного и экологического подхода. Это единственный в мире бренд, который выращивает, собирает и перерабатывает сельскохозяйственные культуры на собственных органических фермах. Наше производство начинается с маленького зернышка и заканчивается готовой продукцией, а качество каждого процесса гарантировано стандартами Nutrilite. Чтобы оправдать лидирующие позиции и ожидания наших потребителей, мы всегда должны быть на передовом фланге науки. Компания имеет большой портфель продукции, солидный список патентов в области производства растительных концентратов и ингредиентов, химических формул продуктов, а также на разработки в сфере упаковки и дизайна продукции. Год за годом бренд Nutrilite
повышает качество добавок к пище, основываясь на самых современных открытиях. Наша цель заключается в достижении идеального баланса науки и природы для вашего прекрасного самочувствия. Институт здоровья Nutrilite – это место, где зарождаются все передовые идеи. Наша международная команда стала широко известна благодаря своим достижениям и клиническим программам и получила научное признание во многих странах. 10 ведущих специалистов из разных стран мира, профессионалы высочайшего уровня в области медицины и прикладных исследований, определяют будущее продукции Nutrilite и самой торговой марки. Россию в Совете представляет доктор медицинских наук профессор Исаков Василий Андреевич. Безупречное качество продукции, научные разработки и инновации, воплотившиеся в широком портфеле продуктов Nutrilite, люди, создающие продукты, и те, кто ими пользуются, это части единого целого, основа роста и процветания бренда Nutrilite. Его можно сравнить с прекрасным, мощным деревом, противостоящим всем ветрам и невзгодам. Наша философия – это крепкие корни, которые поддерживали нас все 80 лет. А впереди необъятный простор для дальнейшего роста и процветания. Ведь успех в нашей природе. Ну, ребята, вот мы посмотрели именно историю немножко Nutrilite, историю Карла Ренберга, его сына Сэма Ренберга, которому уже за 85 лет где-то, и он до недавнего времени именно бегал марафоны. Вы представляете, мы были вот в музее, именно музее Карла Ренберга, когда он только основал Nutrilite, потому что Nutrilite основан в 1934 году, ему уже 86 лет. 86 лет компании Nutrilite, она насколько старше за компанию Way. Просто потом, когда открылась компания, это подразделение стало уже именно частью бренда вот, компании Way. Очень интересные вещи, которые происходили, и вы об этом будете еще знакомиться. Но рядом с компанией Way у нас всегда есть поддержка нашего бизнеса, потому что компания Way дает прекрасную продукцию, да, которую мы покупаем, мы рекомендуем, мы пользуемся, да, мы выстраиваем структуры. Компания Way нам платит огромные бонусы. Да. Кто-то интересно написал, да, что с такими деньгами, конечно, круто и кайфовать, и путешествовать. Естественно, ребята, мы вам предлагаем, чтобы вы стали платиной. Сейчас такое время пришло от компании вообще. Новые программы. Намного больше увеличилось денег, чем мы начинали этот бизнес строить. Поэтому разберитесь, сядьте с теми людьми, кто вас пригласил. Вот поверьте в то и начинайте действовать, потому что все презентации, все мастер-классы, все это мы делаем через интернет. На Zoom-конференциях, а компания Way вам все это доставляет домой. Это очень интересно. Но рядом с этим надо нам научиться. А как же нам правильно выстроить наши структуры? Да? Как это так выстроить, чтобы это первую, вторую, третью, десятую? Да? С кем советоваться? Кто нам поможет? Поэтому есть рядышком именно с компанией Way есть система обучения поддержки бизнеса Network 21, которую создали именно создали американская пара Джимми и Нэнси Дорнен, посланники короны, которые подключились в бизнес в 70-м году, 50 лет назад. И они строили как обычно. Покупали продукцию, продавали. Два года они вообще ничего не делали, 3% были. Но когда у них случилась очень большая проблема, у них родился второй сын, именно с открытым спинным мозгом, и было 11 операций сделано за первый год жизни, когда у них были огромные долги, они увидели, тогда разобрались, что рядом с ними, да, с их бизнесами, с их работой стоит компания Way, в которой они могут зарабатывать большие деньги. И они начали именно очень активно построение бизнеса, структуры. Они начали ездить по другим странам. Они за несколько лет, за 6 лет практически стали уже бриллиантами в этом бизнесе, потом посланниками короны. Да? У них бизнес начал расширяться на многие страны мира. Он перешел в Канаду, перешел в Австралию, потом перешел в Европу. Но как же сделать так,
чтобы во всех странах, да, вот эта система Network 21 работала одинаково. И они разработали такую стратегию, что в какой стране, вот мы план сегодня читаем, и в любой стране, где есть наш бизнес, да, а он есть практически в 20 странах бизнес, наш бизнес МВС с Алексеем, да, вот, у нас одинаково этот план звучит, у нас одинаково проходят презентации продукции, у нас одинаково компания МВС за наш товарооборот выплачивает деньги, да, и поэтому есть система поддержки, которая говорит, да, одинаково, найди свою мечту, цель или причину, ради чего ты будешь строить бизнес, да, что ты хочешь достичь в своей жизни через несколько лет. Помните, мы говорили, какой ты хочешь видеть свою жизнь через 5-10 лет. Так вот, Network 21 предлагает нам такое обучение по всему миру с лучшими спикерами, которые построили этот бизнес. Это бриллианты, это посланники короны, которые живут и в Канаде, и в Америке, и в Южной Америке, вы понимаете, в разных странах мира. Вот. И мы учились у этих людей, мы учимся сейчас у этих лидеров, да? Мы перенимаем наш опыт, их опыт, а наш опыт там, российских лидеров, украинских лидеров, европейских, мы передаем именно в другие страны. Мы ездим тоже выступать и делимся. А как же мы стали посланниками короны или бриллиантами? Мы ездим и в Германию, и в Польшу, мы ездим там в Австрию, мы ездим, вот у нас была запланирована с Алексеем в этом году поездка на 2 семинара в Аргентину, да, на семинар в Австралию и так далее. Но мы сейчас в это время, да, мы остались дома. Но такие вот эти онлайн-конференции, онлайн-мероприятия мы проводим, и Network 21 проводит с нами. Есть целая платформа N21 Mobile, да, мобайл, на который мы теперь слушаем. Раньше мы слушали как? Мы слушали кассеты, мы слушали диски. Теперь мы перешли аудиоматериалы слушать. И вот в маленьком смартфоне, в вашем телефончике, заложена целая библиотека тысячи материалов, знаний, которые помогут вам разобраться, да, которые помогут вам именно послушать истории других людей, да, и подумать, о, моя же история похожа на историю этого человека, наверное, я тоже возьму это за основу. Пусть это будет предприниматель, ученый, профессор, военный, летчик, я не знаю, кто будет. И если вы похожи на него, вы скажете, я тоже это смогу сделать. Если Нэнси Дорн была с такой историей, которая изменила себя, почему? Знаете, что меня привлекло? Когда мне на первом плане рассказали историю Джима и Нэнси Дорн. Я подумала, если Нэнси со своей историей, с больным сыном Эриком, у них такие проблемы были в жизни, это сделали, почему бы не я? Вы понимаете? Я начала тогда этот бизнес строить. И поэтому возьмите себе, разберитесь с платформой N21 Mobile, потому что на ней проходят вот такие замечательные и есть инструменты, как N21 Connect, который очень скоро будет и в России 27 сентября, и в Украине 19 сентября. Разберитесь с этим. И мы готовимся к большому Free Enterprise онлайн, первому Free Enterprise, который пройдет именно, это Россия, Украина, и пройдет с 16-18 октября. Да? Это будет вообще великолепное мероприятие, которое каждый из вас может, не выходя из дома, 3 дня учиться у самых великих лидеров этого бизнеса. Вы представляете, в какой мы находимся сейчас ситуации? Вообще, это, вообще за этих полгода, с марта месяца, наш бизнес просто взорвался. Люди повернулись к этому, потому что люди поняли, что с этой возможностью можно зарабатывать деньги, не выходя из дома. Да? И поэтому я вам не рассказываю сказки. Я обычная, простая женщина, ну сейчас необычная. Да? У меня имя Вера. Да, и с моим именем можно сделать все, ребята, двигаться, идти вперед. Вера с вами всегда, в ваших мыслях, путешествиях, в вашей семье, вашей. Вы всегда говорите, наша вера всегда с нами. Поверьте, поверьте, я не знаю, в нас с Алексеем поверьте. Вот он сидит здесь за стеночкой, да,
И они наслаждаются мной, что я читаю сегодня план. Представляете, как это классно. А простые шаги, которые мы делаем сами, это самопотребляй, да? Это делись, это рекомендуй, это подключай. Да? И вот эти шаги, switch, share, duplicate, мы будем дублицировать каждый день. Если вы работаете, работайте. Да? Вот. Но вы пользуетесь продукцией, вы ее рекомендуете, вы ее показываете, еще и на этом зарабатываете. Деньги. Вот давайте мы посмотрим маленький-маленький кусочек видео. Как проходит ваш обычный день? Вы просыпаетесь, чистите зубы, принимаете душ, завтракаете. Потом вы работаете, обедаете, снова работаете и возвращаетесь домой. И, конечно же, у вас есть хобби. Вам нравится активный образ жизни. У вас повышается настроение, когда вы бегаете или занимаетесь в тренажерном зале. Это про вас? Вот в чем ваш источник радости. Каждый день вы используете множество продуктов, без которых просто не обойтись. Это еда, закуски, косметика, иногда витамины и многое другое. Приобретая их, вы тратите деньги. А теперь представьте, что вместо некоторых привычных повседневных товаров вы стали покупать продукцию Amway. Потрясающий тонизирующий напиток XS подарит энергию для активного образа жизни. Биологически активные добавки Nutrilite помогут поддерживать крепкое здоровье, а косметика премиум-класса Artistry подчеркнет вашу красоту. И это еще не все продукты Amway, которые сделают вашу жизнь лучше. А если вы будете предлагать их другим, то сможете строить бизнес с компанией Amway. Как? Ответ прост. Ваши знакомые тоже захотят воспользоваться этими продуктами, и их знакомые тоже. Это легко. Переходите на продукты Amway, предлагайте их другим и получайте доход. Все в ваших руках. А благодаря нашему интерактивному материалу «Пробуй, делись, подключай» строить бизнес с Amway станет еще удобнее. С его помощью вы сможете показать другим, как это просто. Посмотрите и узнайте, как это работает. Ну что, дорогие мои, пока шло видео, я тут читаю ваши комменты, когда вы говорите: «Верочка, давай еще почаще на этой платформе». Ребята, да, я буду появляться. Пожалуйста, если вы будете приводить новичков, я согласна планы читать очень часто. Но когда одни и те же, хочется видеть новые лица, хочется видеть новых лидеров, кто с нами и кто с нами будет двигаться дальше. Вы понимаете? И вот мы представлены в соцсети. Вот. Компания Amway, Network 21, пожалуйста, или скриншот сделайте, сфотографируйте этот слайд, потому что это очень важно, потому что компания Amway сейчас готовится к такому большому мероприятию, вы можете зарегистрироваться, называется 12 сентября будет Amway Go. Потому что это не, вы знаете, мероприятие онлайн будет целый день. Будет, вы не представляете, будет самые высокие уровни в мире спикеры выступать. Это Накаджима-сан, это уровень, который двойной посланник короны. Вы представляете, это будет онлайн мероприятие, оно стоит его легко зарегистрироваться. Вы спросите у тех лидеров, кто вас пригласил. Оно стоит всего 150 рублей. Да, это там 2 доллара это стоит мероприятие, но вы можете быть. Потом еще один будет посланник короны и будет самый молодой посланник короны в мире. А один из Южной Америки, это Хосе Бобадилла. Мы с ним встречались в Испании на викенд-семинаре, вместе выступали с ним. Это вообще удивительный человек. Сколько в нем энергии, вы его увидите. Это будет 12-го вот сейчас сентября, очень скоро. Поэтому зарегистрируйтесь в разных соцсетях, зарегистрируйте на нас, посмотрите, что мы с Алексеем делаем, да, вот в этом бизнесе. И я хочу еще показать один слайд, потому что, к сожалению, мое время подошло к концу, мы с вами будем прощаться. Я очень рада была вас всех видеть, всех слышать. Наш эфир продолжается. Вот, и разберитесь с этим бизнесом, да. Вот подумайте о своей жизни, не слушайте никого из тех людей, которые вам будут говорить:
Это не работает, это обман, это лохотрон. Покажи тех людей, которые зарабатывают деньги. Тогда войдите в мою страницу в Инстаграм и покажите Архипову Веру, да, которая из воспитателя детского сада, которая из веса 85 килограмм стала 70 вот, за год с лишним, да, которой мы имеем огромные команды по здоровью. Да, это дорогого стоит. И я хотела, чтобы вы сейчас, прежде чем я с вами попрощаюсь, потому что я очень рада, рада была всех видеть, очень всех люблю, сердечки вам всем отправляю, но вы сейчас послушайте, посмотрите маленькое импакт-видео, да, наших партнеров, с наших команд из разных стран мира. И поэтому всем хорошего вечера, до свидания. Всем доброго дня, мы семья Кубасовых из Читы. Я по профессии медицинский психолог, Александр – экономист. Мы строим бизнес Amway и строим этот бизнес именно потому, что сегодня, особенно сегодня, ситуация в мире так свершилась, так показывает, что он нам особенно необходим, потому что мы считаем и убеждены в том, что этот бизнес может дать нам и финансовую безопасность, и безопасность с точки зрения здоровья для нашей семьи. И это как инструмент для нас, для развития как личности. И есть возможность передать наш бизнес вот этим вот замечательным детям, да, Маша? Вот, поэтому мы строим, выбрали для себя этот бизнес, это направление, и будем в нем двигаться дальше. Добрый вечер, друзья. Мы семейная пара из города Львов на Западной Украине, Мироновы, Наташа и Олег. У нас четверо деток. Наташа в прошлом бухгалтер строительного предприятия, я государственный служащий. И в бизнес МВ мы пришли, наверное, как и большинство людей, за хорошим, качественным и безопасным в использовании товаром. Но через некоторое время, благодаря системе Network 21, мы поняли, что серьезные результаты в этом бизнесе могут стать доступными и нашей семье. И на самом деле этот бизнес дает намного больше, чем просто финансовую составляющую. Он дает возможность быть в качественном окружении. Он дает возможность значительную часть свободного времени проводить в кругу семьи и помогать расти своим детям. Это уникальная возможность, потому что мы получили в комплекте четкий план финансовой безопасности для нашей семьи и обучающую систему, которая помогла нам сделать наши действия, наши шаги правильно и эффективно. А также обучающая система учит нас быть готовыми к изменениям в будущем. И главное, мы среди лидеров, которые имеют глобальное видение. Поэтому, ребята, здоровья вам. Принимайте правильные решения. Присоединяйтесь. Добрый вечер всем. Это Андре и Соня. Мы с Италии. Когда мы впервые познакомились с этим бизнесом, я был самозанятым в IT-сфере. А я работала полностью как секретарь. Первая причина, почему мы занялись этим бизнесом, была, я хотела быть полностью, посвятить себя семье, посвятить воспитанию своего сына, Лоренцо. Мы хотели найти баланс между работой, свободой и деньгами. И сейчас, как вы видите, что мы, наша семья увеличилась перед тем, как мы начали бизнес. И это первоочередная причина, почему мы начали строить этот бизнес. Для меня главная причина это в этом бизнесе – это найти баланс между деньгами, жить полной жизнью и иметь свободу. Я очень благодарен этому бизнесу, системе обучения Network 21 и, конечно же, нашей верхней спонсорской линии, которые нас постоянно обучают и помогают нам по жизни.